Народ, всем привет. День начинается не очень хорошо, короче. В общем, начнем с первого. Та-дам! Вот лежит виновник. Сгорело, короче, вот этом вот драйвере два кондера сгорело. Сейчас я расскажу, почему. Вот остатки люстры. Микроволновка. Микроволновка тоже сгорела. Сейчас буду разбирать, смотреть. Смотрите следующее. Колонки тоже не работают. Тоже сгорели колонки. Короче, весело. Сгорела еще RGB лампочка одна у нас. Сгорели колонки тоже компьютера старые, которые у малого в комнате стоят, тоже сгорели. И что-то еще сгорело. В общем, сегодня был скачок напряжения в доме. Короче, во всем полностью доме у людей столько всего погорело, там собирались на улице, там дурдом был. Ну, как-то так, больше, слава богу, ничего не сгорело. Ну, а так вроде все. Сейчас разберу микроволновку. Чего же там будет сгоревшего? Вот что сгорело в микроволновке. Вот это вот синяя, не знаю кто. Ну, не знаю, на кондерчик она вроде как не похожа, да? Вот, смотрите. Похоже, да? Ну, может, это кондерчик. Смотрите. Ты сфоткал? Молодец, Витёма сфоткал. Умничка. Ну, в общем, как-то так. Обычно сгорают предохранители, которые отвечают за сам магнетрон. Вот этот. Но он не сгорел, и предохранители, и все от него все целое полностью. Сейчас, наверное, соберем и повезем на ремонт. Так, вот разобрал колонку. И нашел сгоревший предохранитель. Это колонка, которая у малого в комнате, которая Тёмкины. Ну, сейчас ставим новый предохранитель. Ну, то есть, вы поняли. Замотаем, короче, проволочкой. Новый предохранитель сделаем из старого. И все, сейчас соберу, проверю. Надеюсь, работать будут. Всем привет! Да-дам. Мы вот сняли. Это. Короче, люстру мы сняли, я показывал. Люстру мы сняли, и приехали в магазин, и почему бы и нет, мы сказали, что она сгорела. Нам сказали, приезжайте, поменяем или на новую, или же мы возвращаем деньги вам, да. А вы или с доплатой можно новую. Купите новую. Ну, мы так подумали, почему бы не обновиться заодно, не купим новую. Колонка. Я же ее проверил, вставил предохранитель, включил ее заново, она опять сгорела, предохранитель. То есть там сгорело там что-то. Другое. Да, помимо предохранителя, микроволновку я показывал, я ее вымыл всю, вычистил. В понедельник мы отвезем одно, второе, и колонки, которые наши с компьютера. Да. Получается, мы тоже, все есть, чеки есть, один, второй. Все есть, все со штампами, все как положено. Отдаем на сервисный центр. Только мы не через магазин, а напрямую поедем, отдадим. Так будет быстрее, потому что пока... Да. Поехали! Мы едем за люстрой. Сейчас все-таки возьмем новую. Эту сдадим, доплатим, возьмем новую. Хотя можно было перепаять ее легко. Ну, да. Новая интереснее, да? Вот, это уже ближе к теме. Так. По пути сейчас заедем в Мак, перекусим, так как времени сегодня кушать вообще никакого нету и не было, и не знаю, когда будет. Тогда разбудили, блин, слышишь? Ну а сейчас кушать. Приятного аппетита? Да? Да. Давай вылазь, улыбайся. Давай, голодная останешься. И без люстры, и без микроволновки, и без ничего. Я сейчас сама первая побегу. Ладно, бежим, ямкать. Я музыку выключил уже, все. Я тут наслаждалась музыкой. Мне говорят, что плохо. Пожрыкали, пузики себе наели. Пожрали, наверное, не пожрыкали. Да? Ну, наелись наконец-то, слава богу. Описались. Так, едем теперь за люстрой. Открывай. Видишь, как у нас багажник открывается? И он открылся, да? Не оторвешься? Так как-нибудь, лишь бы она не открылась. Это будет смешно. А это багажник закрывать. А ничего, у меня руки заняты. Да. Слышишь, я не понял, что я такую объемную большую вещь тяну сама. На. Хватит там снимать. Здравствуйте. Мы там люстру принесли на возврат. Это самое, что нам надо делать с этим? Вернуть хотите? Поменяем чек, коробочку, просто до администратора. Сейчас перейдем. А не на кассу возврата? На кассу возврата это в случае... Если ее товара нема на явно. А его нема на явно, если я забачу. Тоді підходьте, вам верну денежки, тоді їдьте. Це от туди, так? Так, тоді ви правильно по адресу. Все, спасибо. Какая? Та вот эта. Вот такая. Или? Ну, или у меня вот туда. Показывай. Квадрат. Веди нас, Сусанин. Или вот ту, или вот эту. Це поярче.
квадратів десь на 30-35 квадратів. Да. Це дуже ярко. Прикольно. Ух ти. Ух ти. 130 Ой. Даже 135. Классно. Отлично. А эту поклацать чем? А эта дистанционка есть где-то? Чё, заставляешь ждать? Здесь можно отдельно, да, что-то там сделать. О, все, видишь, как можно сделать? Угу. На вот или так, или так. Нейтральный сыр. Видишь, как прикольно. То есть она тоже стильненькая такая, да? А вот теперь вот вопрос. Какую же все-таки брать? Крутить их можно именно как хочешь, да? Ну, вот так, вот теперь сделать на правой. Погрузу сделать, там пожелать. Не, ну этот, я так понял, самое здесь вообще самое нормальное, да? Ну мне вот это нравится. Да, ну мне тоже нравится. Пока я эту не видела, мне это нравилось. Да. Ну, сейчас гляну, может, я какую-то часть скидываю, что я не могу сделать. А ну, глянь, пожалуйста. Да ты тут уже это. Мы берем эту. Чё? Прям если это начинается, такой то листенький, да, прикольненький. Прикольно. Все. Будет у нас теперь такая листа. Прикольно. Это коробочка, что и не это. Зай, что не попутал, нет? Ты доставку закрыл. Так, крепление. Даже батарейки есть, ничего себе. Круто. Да, как мы это будем с тобой делать? Не знаю, нам папа есть. Нам помогут. Ну, спасибо. Спасибо. Вот так вот. Вот это люстрочка. Зай. Да, пошли вроде. Кто бы сказал, что здесь люстра, я бы не поверила. Пол телевизора уже на. Пускай, да. Хорошо, малого не видно. Спался, да? За коробку. Да, половина нашего телевизора. По этому, по размеру. Ну, испугался. Оп, а можно и меня туда еще? С удовольствием. С удовольствием. Все, погнали. Да, у меня сюда все со светом связано. Короче, мы дома. Да, купили вот такие вот релешки. Ну, эти, не реле, а, да, реле напряжение. Вот я хотел. Я все правильно говорю, я все шарю. Да, короче. Короче, народ, такая штука, услышали, что там соседи говорили и все остальное, краем уха, то, что нам на подъезд дали, получается... Не на подъезд, на дом. На дом, на весь дом, да, все-таки, да? Да. Дали 380. Отпала фаза. А, фаза, да, же, правильно? А, ноль. Отпал ноль. И сам еще, да, не знает. И получается, этим дало на дом 380 вольт. Ну и, короче, в доме у всех половина всего, что только возможно, вот пошло. Это место получилось у всех. Да, короче, весело. Ну, как видите, вот такого у нас сегодня свет. Вот он идет через розетку. Ну что, завтра все с работы домой и сделаем. А это сейчас мы уже решили проверить, включить. Ну да, сейчас на компьютер, на телевизор включить однозначно. Да. Ну его нафиг. Для начала мы взяли две штуки, потом еще, наверное, скорее всего, штуки 3 докупим. Мы сейчас вот посмотрим, как они еще работают. Да, ну мы там выключали в розетку. Вроде хорошие. Они, кстати, 16 амперные. Вот. 16 ампер, 3,5 киловатта. Да. Вроде все хорошо. Мне кажется, видео такое темное будет. Половина видео будет темная, а половина будет при 135-ваттном свете. Так, все же выключено, правильно? Да, да. Я ее еще там выключил, на самой колодке, кнопочку эту синенькую, помнишь? Это мы сейчас вот сюда, только аккуратно, чтобы не упала. Иди сюда, смотри, оно же не будет видно. Вот, мы включаем вот сюда. И что у нас в розетке? 200... 230. Ну подожди, сейчас перестанет мигать. Ну да, в принципе, оно сейчас пока стабилизирует, его найдет какая точно. 229. Или оно так и моргало. О, есть, клацнулось. 228-229. Да. О, 6-7, видишь? Но это не 180, это не 170, как раньше было, да? Ну да. Так, теперь нам что нужно сделать? Нам нужно выставить минимальное. 170 здесь минимальное. Здесь стоит 170. Нам надо менять? Знаешь, как я запомнил? Я подержала уже. Подержала? Да. И вверх. На сколько? На 180 ставим, да, где-то? Ну, давай. Ставим 180. Есть, вот, да. Надо, а нажать. Теперь наоборот. А теперь там, где кнопочка вверх, ну, мы сейчас на другой еще покажем, где оно что как. Да. Нажимаем, удерживаем, максимум у нас 250 выставлено.
Да, ой, назад. Вот, пошло. Став 240. То есть у нас будет срабатывать он на 180-240. Да. Все. И теперь вот эту штуку включай нашу колодку с компьютера. Вот. Сейчас видишь, оно прыгает. 26, 27, 28. Так, а эту ж как теперь сюда сунуть-то, зая? Это и есть проблема. Это и есть проблема? Это и есть проблема. Как говорится, взяла я свои руки и все залезло. Тейка, взялась. Она нажимает, не сбилась или сбилась? Сбилась. Не сбилась. Все круто. Ну, по крайней мере, так, вот это все это... безопасно. Залазь теперь под стол и включай эту колодку полностью все. Я ее там отруби, глянь, что у нас проводка сделал, все провода повынимал. Да я вижу, что... Ну это же я эти колонки отключал. А, да? Угу. Есть? Загорит, засветилось? Да. Все, вылазь. Все? Молодец. Да. Теперь включаем. А? А, это же надо все подумать, залазить. Ты хотел нам дольше там посидеть, да? Да. Ладно. Там мягенький коврик, там классно. Все, ура. Вот есть посередине кнопочка S, есть вниз стрелочка и есть стрелочка вверх. То бишь стрелочка S это типа вот как реальное напряжение в реальном времени. Ну он тест, короче, да. Да, и оно, видишь, напряжение. Оно постоянно оно его показывает, какое сейчас напряжение. Какое сейчас именно. Кнопочка вниз вы выставляете, удержали, отпустили, оно показывает какая нижняя планка. Вы можете ее поднять кнопочкой вверх, потом нажимаете среднюю, оно восстанавливается на обычное напряжение. Ну и точно так же верхнюю планку вы выставляете. Подключаем эту сейчас к телеку и завтра будем вешать уже наконец-то люстру. Да, пошли. Давай. Я ползу. Давай, главное не надорвись. Я неудобно взял, поэтому тяжеловато. Наверное. У меня вот тут. Вот. Наверное, придется сдавать по гарантии теперь. Ложи ее. Двери закрывай. Не надо. Так, ложи. Оба. Оп. Так. Где? Вот гигантская. Где она. Мой? Кто? Этот. Папуга. Сзади тебя. Пятачок, сзади тебя. Нет! Зая. Снимай. Не люблю этот звук, а ты как специально. Тем более, значит, надо снимать, раз ты его не любишь. Понятно, как вот? Я не достаю сюда. Слава богу. Давай. Не стесняйся, будь как дома. Бам! Ну зачем ты? Держи. Что, поигрались, хватит? Я себе делаю депиляцию. Давай открывать. Та-дам! Ну вот так лучше. Страх потерял, да? Давай эту еще последнюю лампочку. А, да? Я думала, тут уже видно. Та-дам! Да, смотрите, они тут еще делают. Чего себе такая толстая, смотрите, вот эта вот штука полностью по моей пальцу вот такая. Вот, смотри. Угу. Еще чуть-чуть бы я бы не смогла. Ой, да ладно, здесь даже батареи. О, смотри, наконец-то дистанционка будет с нормальными батарейками. А, покажи. Ух ты. Покажи. Доставай. А тебе доставать? Прилеплено там скотч. Ого. Скотч они пожалели. Ух ты. Она такая приятная. Она такая силиконовая. Да, ее как-то... О, документы в имя. Ой, крепления какие там. Покажи. Маленькие. Но ключик даже есть. Нет. Это... А что, дебельков нету? Как? Это там понял. Есть дебельки? Есть? Ты их просто не рассмотрел. Их, наверное, под микроскопом надо рассматривать. Ну что, у нас так себе. А, да вот это пойдут. Поверь мне, она столько весит, что и тем более 4 креплены. У нас предыдущая висела на 3. На таких. А предыдущая была легче, по-моему. Предыдущая? Да. Смотри, какой ключик. Угу. А, это и ключик, да? Да. А для чего? Я не знаю, где-то тут там... Тут руками прикручиваются. Инструкция, самое основное. Это, наверное, по моей части, да? Да. Так. Оп. Что там написано? Вешать на потолок? Ну, типа того. Круто. Я не вовремя включил, да? Это, теперь надо как-то ее вынять оттуда? Да. А как? О, так там, слышишь, эта штука железная? Вес она имеет. Давай туда. А куда ее положить? Давай на коробку и назад и положим так. Я не знаю, можно так делать или нельзя. Так, смотрим. Вот этот наш драйвер, который за все отвечает. Зай,
А что это он так? Он просто приклеенный чуть-чуть. Что это? Да, да, да. Двойным скотчем? Двойным скотчем просто приклеенный. Ну хотя подожди, он же... Он это что? А что это такое? Прикольно. А это, я так понимаю, сюда подключать 220. И, кстати, металл, я не знаю, сколько здесь. Клево. Да? Дед, вот эта штука. Какая? Вот это. Ну? Что нам тут пишут? Ты вот этом разбираешься, вот это? И что-то там, и надо подключить, а потом там высокая напруга написана. Так, ладно. Сейчас разберемся. Я так понимаю, нам вот эти вот штуки, вот эти вот. Да. Ой, оно уже там отпало. А, нет. Оно просто не прикручено. Вот да. Эти вот штуки нужно открутить снизу. Крепления сами. Я уже откручиваю. И я уже откручиваю. Вот. И они тоже металлические. Прикольно. Ничего металл. Себе. Ну. Есть. Аккуратненько. Доставай ее. Вот. И вот эту штукенцию. Вот так вот, кстати, как она есть. Или она полностью квадратная у нас люстра получается. Да. Ладно. Куда мы? Вот сюда? Вот эти вот большие будем просверливать? Или кстати, вот прикольно, что там много дырочек вот этих есть. Отверстий. Ладно, давай меряем. Тиметимся. Вот, только что вымерили от стенки до одной конца ножки, до второй конца ножки. Видите, чем я свечу? Ну нет света у нас. Но свет вон он. Включила? Да. Молодец. Так, ну что, отлично так будет. О, кстати, да это лучше даже, чем этот самый, чем фонарик. Чем стойка, да? Чем фонарик. Чем фонарик, да? Сними мне эту штуку. Сними нафиг. Ого. Ничего себе. Это кто там ее так? Она давно не снималась у нас оттуда. Именно с этой трубы длинная давно не снималась. Я не могу. А ну ладно. Давай мне камеру, я подержу, а ты снимешь. Есть. Вот. Ого. Все, готово? Я готов. Отлично, включаем. Да, нормально, убирай, выключай. Все. Четыре дырочки есть. Круто. Это было вместе с соседями за то, что они ночью гупают и стиралку включают 2 часа ночи. С своими соседями. Теперь переставляем сверло на большее, на шестерочку. И сверлим дальше. Да? Ну, это уже будет попроще. А давай, я тут пока стою. Да, вот так. Круто! Зайта, возьми щетку, сейчас пропылесосим и будет нормально. Давай! Вырубай! Харе, я же говорю. Так, а какой из них? Можешь 2 все выключать. А, ну так, кстати. Они нам не нужны. Ни дрелька, ни этот, ни пилосос нам а не нужны. А теперь мы сейчас узнаем, какое это было, да? Все, вешать. Меня вверх ногами. Иди, относи. Бери мотолочек. Вот это мой инструмент. Давай. Вот. И пробочки забивай. Раз, два, три, четыре. Достану? Ну ты ж сама захотела. До конца, до конца. Невкусная штукатурка. Невкусная? Да ладно. Я же говорил, чуть-чуть все сыпется или нет? А? Есть чуть-чуть пылючка сыпется, да? Если просто я нормально с первого раза попадала. Еще одна осталась. Что ты мне молоток мажешь? Опа. А, это было мое очи. Очи, девочи. На, добивай. Не, зачем? Все хорошо? Да. Слайс. А, что, да, все? Так, а ну рассказывай. О! Сразу с первого раза? Идеальная, ну конечно. Ну я же говорю, страх потерял. Надо в очки посвятить-то. Даем 3 тебе. А, понятно. Фонарики, камера в руках. В какую из рук? И. Я думаю, тебе фонарик не надо. Видишь, не надо тебе фонарик. Так до конца пока не закручивай. Блин, круто. Давай. Ну, подержи, подержи. Блин, какая классная штука, шуруповерт. Ага. Тихо, тихо, тихо. Блин. Прям, честно, а то тут смотри, аж в конце, а там в начале. Наслаждение получается. Почему? Уф.
И вот это и того, да? Да. Так, ну чё? Всё? Это она... в центре. Точно там всё в центре? Да. Кружочек нарисованный тобой в центре? Да. А ну. Смотри. О, да, он в центре, кстати. Видите, как мы стоим? На голову не упадет. Замечательно. Что теперь? А теперь нам надо, чтобы ты брал вот эту люстру, держал, а я закручивала. А ты вкрутишь, и все. А нам надо еще один стульчик тогда, как минимум. Ну, на кухне неси. Вешаем теперь люстрочку. Вот так. Я беру так. Ты берешь снизу. Взяла? Да. И я беру. Текаешь от меня. Текаю от тебя? Текаешь от меня. Опа. Вот так. Утекла. И... где же там все? Стульчики. Я придерживаю люстру. Тебя не придерживаю, а люстру придерживаю. Самое интересное, чтобы мне туда нормально до этого. Ага. Интересно. Что? А я что, еще сначала подключить надо? Прикольно. Подключаем. А ну стой. Да. А как ее туда это? Сейчас будем удлинять проводами, похоже. Печально, провтыкали. Проводочки там короткие и проводочки здесь короткие. И надо их... Походу сейчас будем удлинять. Искать я буду сейчас толстые провода, удлинять. А где-то были? Чтобы, если что, скрутить его потом как-то аккуратненько и положить туда. Пошел я за проводами. Это я пошла за проводами. Пока. Так, нашли вот такой вот провод. Ну, здесь метра один, ну, два с чем-то. Метра два. Нашли. Точно. Да, Таня нашла, короче, провод. И мы решили его весь туда впихнуть, чтобы не отрезать кусочек. Выпихнем его весь, вдруг надо будет люстру снять, что-то там похимичить, не знаю. Ты ее взял. Ну, короче, на всякий случай. И жалко просто такой провод портить. Да, сейчас мы это все зачистим. Тебе не дует? Мне? У спинку. Когда завтра буду возмущаться, что что-то не то с ней, значит, сегодня дуло. Короче, балкон открыли, потому что дома жарко стало. А жарко вообще, капец. А, может, из-за того, что мы работаем? Сейчас мы это вот так вот сделаем. Делай, вот делай. Вот. И на другом конце сделаем то же самое. Ой, ты что так рот открыл? Я зеваю. Зеваешь? Да. Ой, нам сегодня, кстати, ты расскажи, что пришло. Нам сегодня пришла посылка для нашего этого парогенератора. Короче, пришла нам колба. Люминесцентная. Да, короче, с крапинками какими-то, которые будут в темноте светиться. Не знаю зачем. Чтобы ее поставить, надо было разбить старую. Ну, потому что снять надо железячку, крышку. Да. Нам ее поменяют. Да. Сегодня отвезли, сразу получили, сразу отвезли и завтра заберем. Надо сделать вот так. Держи. А может изолентой сверху? Зачем? Чтоб наверняка. Тут все на высшем уровне. Я заметила. Я профессиональный электрик. Что, не видно? Да ну, конечно. Берем отвертку, идем там. Выключено, надеюсь. Выключено вроде. Но если что, я стою далеко. Ну если что, да. Ты стой далеко, ты голова держи провод. Остальное все мелочи в жизни. Ай, капец. Сейчас прикрутим. Минута молчания, мы в ожидании фейерверков, да? Очень смешно. Ну так на улице у нас еще фейерверки лежат. А и вон фейерверки тебе, смотри на телевизоре. Все прекрасно. Все круто. Так, ты там смотри. А, да, надо смотреть. Пошли к люстре подключаться. То сейчас будет мне весело. Включай, потому что темно, ничего не понятно. Будешь мне помогать, сейчас ее сюда положу. А, да. С коробкой. Так, одну прикрутили. Сейчас вторую прикручит. Кстати, а провод похожий как на этот. Включи. Он хоть работает. Да иди, не дистанционку тебе надо, а там надо тебе включить. Это внутри, и это желтый. Все, выключай. Вот это моща. Выключай, зай. Ты это видела? Это оно в коробке светило, так аж. О, круто! Все, короче, липучку. Такую черную липучку. Липучку. Мы сейчас вот этот провод, когда поднимем кверху, я его хотя бы хоть как-то, ну, чтобы он не просто так валялся там. Чуть-чуть его липучечкой. Вот этой вот липучечкой. Кстати, ты видела, что я еще заказал липучки, только другие, уже готовые отрезочки. Где? Вот такие. Где? На Алишке.
Да? Ты не видела? Не. Классно. Как ты могла не видеть? А ножницы? Ну, я думаю, вот столько хватит. Ты даже по названию давай можешь вот отрезать. Вот, да. Да, по названию. Ты что, будешь попугая тупить? Риш. По-моему, это ему не страшно. Классно. Давай, я поднимаюсь там. Нет, надо звать папу. Зови. Папа! Ты ж там выключил эти штучки. А что ты ее не выключи там? Залазь на кровать. Зови. Зай, зай. Так смотрите, за пластмасски не беритесь. Мы в курсах. Все, держите. Стоп, стой, стой, стой. Не, держите, мне выше не надо. Алло, я же не достану. Вы что? Куда вы разогнались? Мне же надо провод смотать. Все? Если бы ты начал делать это быстрее, было бы лучше. Вот, все есть. Все? Все, ты я держу, закручиваю. Ура! Блин, а она, смотри, здесь я бы не сказал, что она здесь каким-то гигантом смотрится. А она не маленькая, да. Ну, сейчас все. Давай, наверное, сначала все уберем, потом включим ее, да? Нет! Все, окей. Итак, выключай эту и так, включай. Вот так, вот сейчас я думаю, что там меня видно, да? А там включено? Нет. А. Ты же сказала там выключить. Смотри в этот угол. Смотри, реально светлее. А ну-ка. Ничего себе. Так. Это если вот сюда. Она, смотри, насколько она желтая стала. Это знаешь, как вот это старые фотографии желтые. Ага. Вот что-то похожее такое. И теперь вот это дневной свет. Зай, дневной свет. Круто. Пол того и пол того. А, сейчас это наполовину? Да. Ты смотри, прикинь, как день, и в глаза не режет вообще, а та резала глаза. А та резала. А ну насколько темнее она может быть? О, вот прекрасно. Это меня устраивает. А потому что наша, получается, когда а, делал ночной режим. Это не ночной режим, это просто самое темное. А ну включи. Сейчас на самый яркий. Слушай. Самый яркий режим. Так, ночной режим. О, смотри, как оно именно цвет поменяло. Теплый. Коричневатый такой. Угу. Ночной режим. Назад. Капец. Дневной. Потом 50% что-то написано. Интересно. Вот это на 50%. А теперь я сделала более его синее на 50%. Угу. Я теперь только не пойму. Здесь написано он off. А, Б, С. Ну, включай. А. Б. Вот это... Подожди. Короче, надо в инструкции было поковыряться. Вот тебе М1 я нажала. Угу. Там М2 нажимаешь. А вот А. Он. Оф. А вот это день тут. Из-за того, что видишь не одно пятно. Из-за того, что их много, этих кубиков, и в глаза мне вообще не режет. Вообще приятный цвет. Цвет, да. Свет. Свет и цвет, да. Ой. Че, наиграюсь? А, все-таки светится. А я же говорю, хоть бы сделали, чтобы она светилась. Найти в темноте. Прикольно. Спасибо, Обленерго, за красивую люстру. Да, только я за нее платил. Зай, говорю, вот в этом вся и тема видео. Кто платил за это? Да. А еще... Кто спонсор видео, да? За колонки, за одни, за вторые, за микроволновку, ну и люстра. Да, мы только завтра это все отвезем. Так, ну что, ладно. Давай, нам еще много всего делать. А, подожди. Что? А, эту дистанционку. Еще пристроить дистанционку надо. Вот так. Да. Ну, я не знаю. Ниже. Здесь, здесь. Да хоть и ниже. Вот здесь вот где-то. Вот так вот. Да? Пониже. Забыли кое-что показать. Смотрите, что она может. Не Таня, а люстра. Вот эти все штучки верхние. Кстати, даже так интереснее как будто. И вот эти средние, видишь, оно все везде крутится. Можно вот так вот по кругу и делать. Прикольно. Ладно, сверлим. О, прикольно. Зайка доверил мне просверлить ручку надо сначала. Вот эти две дырочки. Ну ниже. Что, где ты? Ниже. Вот тут? Нет, ниже, ниже. Тут? Один. Чуть-чуть, не так, конечно. Че? Надо было чуть-чуть вот так. Вот так? Да. Увидишь, если шо. Если шо? Или давай я маленьким просверлю, а ты большим. Да сейчас. А вдруг ты криво просверлю? Да сейчас. Як буде, так и буде. Давай, сверли. Ну... Это ой, это а этот, шо? Пылесос же, пылесос. Надо включить пилосос. Опа, сейчас, секунду. Еще. А вот что-то сильно там начало. Сверли.
Наверное, хватит. Кого тоже не хотела идти? А? Выключай этот пылесос. Да прикольно в руки. Просто, у меня просто от этого я уже не перестала обращать внимание на это. Сейчас я тебе переставлю сверло на больше. Как тебе, классно? Мужская работа. У меня сейчас такое ощущение, что, не знаю, я так сильно переволновалась, и меня все вот так. Сейчас я тебе поменяю сверлышко на больше, и будешь раздалбывать. В голове жужжу. Ну, давай, следующий. Давай. Да, направила, направила, давай. Да, да. Все, хорош. Отлично. Следующий. Ниже чуть-чуть руку возьми. Молодец, вырубай. Все, насверлилась? Я его победила. Молодец. Так, где? Джун, вот джун. Эти штучки бери. Ты смотри, они еще туго туда заходят. Круто. Ой. Круто. Молодец. Закручивайте. Есть? О! Оно? Вроде да. Все? Та-дам! Молодец. Это все моим репом. Насверлилось? Да. Убираемся. Ура, наконец-то. Все закончили. Эту повесили, держалку для дистанционки. Да, Таня повесила. Я молодец. Раз сверлила. Люстра просто шикарнейшая. Да? Так что, если бы не наша Облэнерго, мы бы ее не купили. Ну как, мы ее хотели покупать, они нам просто помогли это сделать быстрее. Да, мы думали чуть-чуть попозже. Все, ребята, на этом реально все. Люстру повесили, рады, довольны. Да, ставьте лайки нашему Облэнерго, да? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Что еще? А, подписывайтесь на наши соцсети. Всем спасибо за донат. Всем спасибо, всем пока. Да, он нам сейчас поможет, да? Да. Ладно. Да. Завтра едем ремонтировать все остальное. Все, пока, народ.